Что, пора искать который в первую Николая очередь и универсальный. бросать То есть вызов. мы не должны подстраиваться под соперника. Соперник должен подстраиваться под нас. Это как наш огромный Можно плюс. без ладьи То есть нам, в сыграть, принципе, но все лучше равно, что играет сыграть. соперник, то, что у нас есть своя игра. Также и минус. Как-то так. Потому что Все. если соперник знает Хорошо. нашу схему, он может к ней Спасибо. Еще подготовиться. 2 секунды В итоге ждем. уже, я думаю, что к третьему И матчу бросаем вызов. Ну что? Обязательно Ну что? Артем подготовился. Вот уже Николай. Артем бросает вызов пунктуально, ровно У в нас 18:00. Наверное, он начал стрим. Периодически Скорее матч всего, с мы сделаем Николаем. ролики с двойным В первом матче комментированием. вроде я его переиграл. Ну и поехали. Втором Первую матче игру мы он меня играем вынес. черными. Нам Давайте немножко проверим. мешает наш любимый кот. Давайте в И такой сейчас ответственный мы матч явно же дождемся, нужно либо он гроба сыграть. куда-то уйдет, либо давайте мы, наверное, попросим тогда кота все-таки, потому что у нас матч. Немножко он побыл. Ну а дальше будем разбираться. И Смотрим. Начинаем мы игру. Дебют гроба играет Артем. Удивительно. Этого, честно говоря, я не ждал. Я ждал хода Е4. Не знаю, учил это Возможно, Николай на или гроба не надо было учил. сыграть как-то Ну, по-другому. И пешку сейчас брать нам Артем нельзя. отдает пешку. И взять мы ее не можем, потому что Ну, будет хотя шах. можно попробовать. Ага. И следующим ходом он хочет ходить сюда. Это Жуткий очень стресс интересно. сейчас. Этого я явно не ждал. У нас обоих. Возможно, это какое-то интересное Полминуты продвижение. потратил уже, Как закончились те Закопать гроб, матчи? да? Первый матч выиграл Артем, Да, второй да. выиграл я. Первый 8-4 выиграл Артем, второй Ну, выиграл если я D5, то 8,5 на E5 и 3,5. проиграно, наверное. Мархаба, Николай, Руслан, приветствую. Он тоже стримит, А как отлично. еще играть? Так, Задумался Николай, давайте не время не знает, как тратить. Я играть. в чат, конечно, буду смотреть, но матч сегодня серьезный. Наверное, надо играть D6, чтобы не было хода E5. Так, по-моему, Но так. Артем удивил, сразу скажу. И все-таки он готовит. Но взяли-взяли, размен ферзей. Поменять ферзей я, в принципе, не против. Так, ну и вот это. Да, времени По потратил идее, много, тут у немного него слабо отвлекался на должно чат, быть. но и тыз, вот и тыз. Съел, съел, съел. Рейтинг у Артема повыше. Сейчас он просто рокирует, на Так, самом и деле Артем ничего у меня особо не классного собирается нету тут. надвигать прям яростно. Можно, кстати, пойти так, вынудить F3, и потом у него будет слабое вот это поле. Но это какая-то Если потеря честно. темпов. Хотя он может и коня, и слона вывести. Нет, давайте тогда все-таки попробуем Так, все-таки уйти в 2-0. интересно. Может, F4 или совсем Да, будет? и так как Артему на Эличисе запретили играть Или в вообще клавиатуре, пойти контроле 3 E5, плюс E5 0 или и 1 съели? плюс 0, наверное, шансов Там у нас ничего больше, потому что особенного. мышкой мы руками чуть-чуть получше владеем. Вот. Интересно. Ну и, наверное, хотя в эту сторону рокироваться, он же потом выведет коня, и тут пойдет ладья, это, конечно, подозрительно, но так тоже ходить нельзя. Катать гроб. Вопрос, что делать с Привет, королем? Мура. Грозит шах, но там будет ход g6. Ладно, Николай сложный прокернем. соперник. Рискнем. С ним непросто. Артем пока развивается. Посмотрите, у черных-то Как проблема, нам как ему вывести коня? развиваться. Видимо, только через d7. Как нам еще выводить? По-моему, А он проблема у хочет в 3-0, черных. тогда сразу. Но понятно, Ну, что в 3-0 можно он линию пойти. уже открыл, и Так. тут будет смертельная атака у Можно Артема. так пойти. А мы поперли. Пешку В можно стиле дальше Шуры. не пускать пока. Так, где-то здесь уже можно когда-то Он пожертвовать. Но пустил там... тогда вопрос, b5, b4. Чего он пустил? Что Нет, так b5 пойти? нельзя. Тогда, наверное, так и b5. А, блин, я, Хотя кстати, была мог вот идея таким как-то и ходом коня выиграть забросить сразу. слона, Кстати, вот кстати, этот маневр да? коня был бы хороший. Мы бы выбили чернопольника Интересно. опасного. Так. Ну, наверное, хорошо у Что он белых тут тут. хочет? Ладно. А нет, не b5. мог, он бы назад просто отошел. Всем приветики-пистолетики. Михаил, Так что, E5 или здравствуйте. F5? Спасибо, что вчера играли Или F5 за отошел, клуб. Наш потом клуб E5 неожиданно занял и ничего 18 не место. И дает. долгое время мы шли на 10-м, 11-м, 12-м месте. И до 10-ки нам не хватало 40 очков. Кстати, и Руслан играл сильно. И Виталий может быть. 87, и Алекс Если Росси. D5. Об этом мы поговорим после стрима. Если D5. Обязательно посмотрим, кто как сыграл. В общем, может быть, было съел. очень много игроков, очень съел, много подписчиков. Съел эту Я очень пешку рад. Еще. Это приятная новость. Позиция-то может Кстати, после быть, этого да. я не знаю, очень хотел я Здесь поиграть по 24-часовой марафон на Chess.com 3 плюс 0, как раз набирать очки для D5, лиги, потому D5, что в серебряной D5, лиге сейчас иду плохо. Но я D5 не не знаю, разваливается получится по там, времени из центра, или нет, но если вот по центру совсем сыграть D5. надо. Так, и по центру начинает Сюда работать пойдем, на взятие, да? наверное, он откроет вот эту линию, да? По-моему, бред я сделал. Ну давайте смотреть, а тут проблема чем уже. он будет брать. Конь у нас Так, все равно подожди. пойдет сюда.
Ну и конь идет. Так. Так, он бьет. Чем нам ударить? Ну, ударим слоном. Интересно, ударим слон сюда слоном. Встал, Где-то, да, возможно, может есть быть какая-то так, жертва. Пока, наверное, что на рановато. слона напасть. Но слоны у нас уже хорошие. Так. Да не знаю, что там если на я возьму b4 сюда, потом потом будет будет. конь подвисать, да? А куда потом коня убирать? Сюда? А, тут будет слон висеть, нельзя b4. Не хочется брать, чтобы он коня с темпом не выводил. А что делать, если не Разряд брать? Официально у меня нет разряда. Вот у меня 2 стона а что лечиться делать-то? есть, и все. Или брать придется? Может быть, где-то это около первого разряда. Давайте возьмем. Конь висит. И поведем коня. Отошел. Конь отошел. Ну, так. Открыта линия G, опасно. Андрей, приветствую. Рафаэль, приветствую вас, спасибо. Съел так. пока. Берет. Очень опасно, нельзя Может быть, ферзей заменять. Взять Или шахом? Можно? А можно. И потом взять слона. Можно просто ферзей ему менять. Ну, естественно, на предходе можно брать так, с идеей что? Заехать куда-то на Е3, если он возьмет ладьей. Посмотрим, чем Съел. Он будет брать. Ну, по крайней мере, мы купировали атаку, неожиданный Тут был не дебют. Потерять пешку F никак, да? На этот матч у меня был тот простой план. Как Сегодня играть ночью, когда я ложился спать, я думал, что за черных нам надо продержаться, а за белых Просто нам надо брать съесть очки. Но тут я даю шах, хотя можно было, наверное, сразу ладьей взять. Но я лучше возьму слоном с идеей еще эту пешку попробовать отъесть. Так, сюда заехал, да? А если мы попробуем... Так, если мы защитим, он ее вперед, мы наверное, без толкнет. Пешки. Надо вот эту отдавать. Не видимо. При... Нет, Но мне не, не нравится, стал что он может бы по второй пешку заехать. Странно. Давайте ладью подтянем. Очень странно. Он здесь свистит, очень свистит. Ну ок. Так. Это интересно. Тогда сюда. А, он ладьей берет. Ну, не знаю, тогда тут равная позиция. И мы переходим в какой-то ладейник. Мы переходим в какой-то ладейник. Ну, пешку на надо держать. Особенного не дает. Пешку надо держать. Второй ладьей, наверное, надо тоже заехать, чтобы угу. он сюда не толкнул. Времени угу. мало! Кристина, здравствуйте! Так, и делаем форточку какую-то. Ну. активизируем. Так, начинает заезжать. Предлагаем ему снять одну пару ладей с доски. Иначе он сдвоится. И пешку мы никак не защитим уже вот так. Шах. Защищаюсь. Сдваивается. Надо бить. Ну, вперед пойду. Так, он защищает. Давайте шажок для профилактики и вернемся. И, ну, разочек взяли, и вперед. И пешка же, будем двигать пешку же. Так. Не знаю как, ну, но тут не взяли. Это сильная позиция, не знаю, что я хочу тут. Тут взяли и напали. И, наверное, пока отошли, не знаю. Может быть, Артем как владейник и веселен. Тут в квадрате пешки надо быть. Так, а я посчитать так не могу, стой! Вот, может быть, сюда надо было ходить. Тим. Отойди, пожалуйста, от стола. Тим, уйди, пожалуйста, от стола. Ой, блин, Тим, что ж ты делаешь-то? Родной мой. Мы сейчас так флаг уроним. Ну. Тим, я сейчас закрою тебя. Мы сейчас уйдем и закроемся в другой комнате. Все, сидим тихо. Надо ничью делать. Это невыносимо. Что-то животное тут. Не понял, почему пешку не стал выигрывать. Пока шах. Сюда. Тихо. Ладно, взяли. Ой. Ну да. Тим, ну вот ну, мы могли сыграть на победу.
Вообще не особо хотел. Мы могли, наверное, сыграть на победу.